мои ребятки и девчатки, всем привет, бодрость и энергия. Я пришла сегодня с йоги, у меня положительные эмоции. И вы знаете что, не знаю почему, мне попались на глаза мои старые фотографии. Вы знаете, я так смеялась и думаю, что это я смеюсь в одиночку. Я решила вас немножко повеселить. Пошлите посмотрим, что у меня здесь есть. Ой, ребятки, ой, девчатки, покажу я вам сегодня фотографии. Я уже кому-то давным-давно обещала показать и рассказать про те времена, когда я была девушка, ух-ух-ух, в телесах, вы знаете. Лицо у меня было такое, ох, полненькое, щечки большие, розовенькие. И я не отличалась особенной худобой. Вот это вот, пожалуйста, родилась я. Вот такой вот я была. Здесь написано Катюше 1 год. Вот она я. Такая вот девочка всегда была. Кругленькая, в меру упитанная. Вы знаете, никогда не страдала отсутствием аппетита. Вот сейчас, вот, например, у меня у самой 2 детей. Так это же ужас, это вечная борьба. Покой нам только снится. Вы знаете, они у меня с малолетства абсолютно не кушают нормально, вы знаете, аппетита у них нету, то они не любят, это они не любят, я не знаю, что это такое. Я в своем детстве любила все, везде, всегда и побольше, и всегда у мамы просила добавки. Вот это вот я такое, не знаю, зависит, наверное, от строения организма. И вот я была вот такой вот девочкой-припевочкой, это вот я пионерка. В школе с бантами всегда ходила, с длинными косичками. К сожалению, вы знаете, не написано, какой это был год. Не написано. Вот поэтому даже понятия не имею. Но, наверное, может быть, мне лет здесь 9-10, я так думаю. Вот такая вот я девочка была, достаточно такая, знаете, устроенная. Можно сказать, худенькая, но потом кикнули гормончики у меня, гормончики заиграли. Та-да, вы готовы? Посмотрите. Вот такая вот я была. Мне здесь, наверное, лет 15-16. Это моя сестреночка. И вот я, видите, какая девушка была. Ох, в телесах. Я всегда это самое была. Вы знаете, по развитию опережала всех своих подружек. И помню такой период, когда нам было вот как раз именно вот где-то здесь, в 15-16 лет, мы с подружками начали ходить на танцы к мальчикам. Ой, это была больная тема, когда быстрая музыка была, все было нормально. А как медленный танец начинается, всех девчонок, худеньких рыбок моих любимых расхватывали, а я одна оставалась и в уголочке стояла и ждала, когда же закончится медленный танец. Ой, такая, помню, была вообще... Ой, ситуация до сих пор, помню, не из приятнейших. Не любили меня мальчики, девочки, потому что у меня, вы знаете... И щечки были большие, и все женские прилегающие части, что попка, что сисечки у меня были, мама, не горюй. А мальчики в те времена совершенно не любили таких больших девочек, знаете, они любили абсолютно худеньких, и даже чем худее, тем оно было и лучше. Поэтому популярностью у мужской части населения я стала пользоваться гораздо позже в своей жизни. А сейчас прямо, ну, отбоя нету. А после этого я сейчас вам покажу фотографии, вы все готовы? Пристегните ремни безопасности, вцепитесь, пожалуйста, руками в свои сиденья, потому что это будет что-то с чем-то. Ба-бам! Смотрим. Та-да! Ребята, посмотрите, справа это я. Ти-ри-ри-ри-ри-ри. Посмотрите, это пол меня. Это я вот такая вот секси была, в каких-то новых колготках, наверное. Это моя сеструлечка. И я еще за нее прячусь. Там, наверное, еще половина меня за ней спрятана. Вот это был самый такой период в моей жизни, когда я достигла самых, можно сказать, тяжелых весовых категорий. Где-то у меня здесь вес был, вы знаете, 85-90 килограмм. Да-да-да. Это вот еще одна из самых лучших фотографий, потому что я прячусь за сестру. Вот такое вот я надыбала. Вы знаете, я вам говорю, не знаю у меня, что это было, я так любила кушать. Это просто что-то с чем-то. И никогда особо не страдала за своего веса. Никогда в жизни, девчонки, хочу вам сказать, никогда я не сидела на диетах. Никогда. Так что вот такой вот период в жизни. Вот такая вот я была вся секси-мекси.
А дальше, дальше, что у нас здесь? Здесь начинается колледж, медицинский колледж. Та-да! Ребята, посмотрите, это еще был Советский Союз. Это вообще, посмотрите еще запись. Все, что наметила партия, выполним. Серп и молот, и звезда. Это вообще просто, вы знаете, история. Такое чувство, что я родилась 2 века тому назад. Это вот мои любимые подружки и друзья. И вот она я. Посмотрите, ребята. Ча-ча-ча. Все узнают, какая я была девчина. Вот она в красненькой кофточке. Вот такая вот. Вся в телесах. Ух-ух-ух, жалко, что фотография румянец мой не передает. У меня всегда был такой здоровый румянец. Упс, даже камера обалдела от такого изобилия. Не фокусирует. Вы знаете, так интересно. Очень много зависит от друзей. Дальнейшая жизнь твоя. И я вам могу показать и сказать, что вот она моя подружка, которая сейчас живет в Греции. И благодаря ее маме я встретила своего американского мужа. Вы знаете, пути наши несповедимы. Никогда не знаешь, что и как будет в твоей жизни, каких людей ты встретишь. Я очень часто думала, а что, если бы мы с ней, вот она я, вот она, если бы мы с ней пошли совершенно в другие учебные заведения, никогда бы не встретились, как бы сложилась моя жизнь, как бы сложилась ее жизнь. Но тем не менее, еще интересная история. Вот этот мальчик и вот эта вот девочка, они учились со мной с 1 класса, ребята. И они со мною пошли в медицинское училище, потому что я их подбила. Мне было одной скучно и одиноко ходить на подготовительные курсы в медицинском училище. И я их двоих подбила. И мы в школе проучились все года с 1 по последний, и потом в медицинском училище с 1 по последнего. Не знаю, к сожалению, я про него слышала, он стал полицейским в итоге, представляете, учился на медбрата, стал полицейским. Про эту девочку ничего не знаю, про очень многих ничего не знаю. Мальчики у нас подавали большие надежды, и мне просто интересно, стал ли из них кто-нибудь врачом, может быть, да. Так что вот мои учебные года. 1 курс, о май гад! Так это было давно! Советский Союз. А это выпускной, последний год. И вот она я, смотрите. Та-да-да! Какая русская девушка, да? Смотрите. Прямо вообще. М-м-м. И вот они наши все ребятки и девчатки. Привет всем из Ленинградского медицинского училища. Сейчас это называется Ленинградский медицинский колледж при Мариинской больнице. Все мои любимые, хорошие друзья, где вы сейчас? Может быть, кто-нибудь меня услышит или увидит? Отзовитесь, ребята. Вот такие вот воспоминания. Ну, а эта фотография уже сделана. Та-да! Секси-мекси после окончания училища. Отсвечивает немножко, надеюсь, вам видно. Это моя любимая подружечка Леночка, с которой мы также учились в 1 классе. Но потом после школы я решила пойти в медицинское училище, а она пошла в техникум. Совершенно какой-то такой по техническим точным наукам, потому что она у нас очень умная, математика у нее просто вообще шла супер. И я помню, в школе на выпускных экзаменах она мне помогла на финальном математическом этом экзамене, и мне поставили 4. И благодаря ей у меня был диплом только с 4-ками и 5-ками. И я помню, из-за этого в медицинском училище меня приняли без вступительных экзаменов, и плюс еще выдавали мне каждый месяц стипендию за успеваемость хорошую. Ой, боже, какие были времена, кому сказать, не поверят. Вот они мы. А здесь мне, наверное, лет 20. И ей, соответственно, столько же, и мы отмечаем Новый год. К сожалению, опять фотография не подписана. Надо подписывать фотографии. Ну и вот это, наверное, последняя фотография из моих моей жизни, когда я была в России. А здесь уже, та-да! Первая фотография, когда я приехала в Америку. И вот она я в Нью-Йорке на фоне близнецов. Вот здесь вот одна
башня видна, и там вот справа за зданием вторая. И вот она, я уже стройная и звонкая, вы знаете, никогда, опять повторюсь, ничего не делала. Просто жизнь завертелась, закрутилась, любовь, приятные хлопоты, и все, что было лишнее, как-то скинулось. Вот она я. Welcome to America. Когда я приехала в Америку, я уже где-то рассказывала, у меня был ужасный бритиш акцент, поэтому я пошла в школу для иммигрантов. И вот, пожалуйста, это мой класс английского языка. Так, вот так, наверное, поставлю. Класс английского языка. Это все мои одногруппники, а это наша учительница Маргарита. Она сама родом была из Мексики, замечательнейшая женщина. И потом мы с ней стали подружками. Представляете, я отучилась у нее 2 года, потом мы стали дружить. Это 2 священника, они, по-моему, с Испании. Это девочка с Китая, с Португалии, это с Кореи. Это с Бразилии, короче говоря, целый наш интернационал. И она была, между прочим, моей первой подружкой. Когда я приехала в Америку, я никого не знала, кроме своего мужа. И пришла я в класс, и она подошла ко мне первая. Мы заговорили, как могли, потому что у нее английский оставлял желать лучшего. У меня этот бритиш акцент был. Но мы друг друга поняли и начали с ней хорошо дружить. Потом она меня познакомила с первой русской девочкой, которую встретила где-то тоже случайно. И понеслась душа по кочкам. Цепная реакция. После этого я познакомилась и встретилась со столькими... Столько я встретила русских людей, что... Бог, мама, не горюй. И вот-вот. Так оно все завертелось, закрутилось. Так, что дальше? У меня идет. Ну да, это я показала. Ну вот, я вам хочу сказать, потом, вы знаете, жизнь в Америке хорошая, я опять разжирела. Я вот такая вот, смотрите, это мои подружечки русские. Вот я такая девушка была в телесах, потому что все казалось вкусное, всего хотелось попробовать, что такое в Америке и как, и с чем это едят. Вот она я. А потом как-то опять у меня началось как-то это все скидываться. Вот я с мамулькой уже, опс, уже звонкая и стройная. У нас какой-то ветер, дождь собирается, хотя погода шепчет тепленькая. А вот я уже начала работать в нашем госпитале. Вот мои американки, пожалуйста, и я там такая худенькая. Мне говорят, тебя что, муж не кормит? Я говорю, ну да, не кормит, что ж делает? Вот такой вот он меня, гад, попался. Эта девочка была очень добрая и хорошая, вы знаете. А вот эта вот женщина, она умерла год тому назад, ей было 50 лет. Ей поставили диагноз рак легких, она просто сгорела за несколько месяцев. Она курила свою всю жизнь. Вот такая вот фотография. Ну и что хотела вам еще показать? Вы знаете, вот тоже из прошлой жизни, вот она, моя фотография, это мои... девочки с английской школы, это я. Боже, фотография черно-белая. Вы знаете, такое чувство, что ей уже точно 100 лет. А справа девочка с Германии, а посерединке моя кореянка. И я, русская, Нюшка, красотушка. Так, что у меня тут дальше лежит? Это я вам показывала. А, вот хотела вам сравнить, посмотрите. Вот эта вот фотография, вы знаете, я так смеялась, я не могу. Вот эта вот фотография, где я, все улетает. И вот эта вот фотография, посмотрите. Посмотрите. Встану. Вот. Это я, это моя сестра. А вот уже мы сейчас в Америке. И я, и моя сестра, да? Я думаю, что мы выглядим получше. Ой, чудо такое в перьях. Что-то тут какая-то я маленькая, она большая. А тут моя сестра меня выше. Она здесь без каблуков, я на каблуках. Поэтому мы получились как бы одного роста. Ну вот, ребята, как? Все говорят, мы похожи. Просто она брюнетка, а я блондинка. И вот еще, пожалуйста. Это мы с моей сеструлечкой. Красотки на променаже. Ой, было время.
Это вот я. Ну, а это вам немножко напоследок секси-мекси покажу. Вот она я в Доминикане. За мною все местные папуасы бегали. Это тоже я, между прочим. И вот это я была такая. Это уже, представляете, да? Какие изменения, да? Ну вот, это только несколько фотографий, которые я нашла. Вы знаете, хотела найти еще фотографии со своими родителями, но что-то ничего не могу найти. Я очень человек неорганизованный, у меня все с бухты-барахты. Это цветочки. У нас вчера в Америке был большой праздник, мамин день. И я уже где-то говорила, я ненавижу букеты из цветов, я ненавижу, когда срезают цветы. И я уже всем-всем сказала, все мои друзья, родственники знают, если кто-то хочет мне подарить цветочек, цветочек должен быть обязательно в горшочке. И он должен быть многолетний, чтобы они росли каждый год. Ну и все, ребята, надеюсь, вы немножечко улыбнулись. Надеюсь, что вам было интересно со мною посмотреть мои фотографии из моей, упса, прошлой жизни, моей темной прошлой жизни, мое прошлое и неправдивое бывшее. Было ли это правдой? Наверное, да. На этом всем спасибо за просмотр и хорошего вам дня!